карандаши, наклейки, пенал, там заколка. Такие карандашики. Лиза, где твой чемоданчик? Все лето надеялись, что все регулируется. Мы там огород свой имели, естественно, там помидоры, огурцы, кабачки. Все у нас, мы бройлеров держали, 100 штук мы все закрывали в банке, да. Ну, пришлось все оставить, потому что уже что-то перспективы там в ближайшее время не предвидится. Какой. Даже если не будут стрелять, там просто голодовка. Уже начинается голодовка. Или будешь читать? Готовиться. Ой, там младший преподаватель. Владик, тебя зовут. Сын же учиться будет, а... Это на трех детей и на жену. Вот. Это жена и дети идут с ней. Ну и на меня там отдельно. За нами приедет машина, и мы уезжаем по работе. А потом уже там работа, будем и там школа. У жены работа, да, а в школу будем определяться уже, какую там скажут. Чья? Фамилия, моя. Сыну пятый. А учился в русскоязычной школе? Хотелось бы, чтобы дети пошли в школу, чтобы учились и чтобы здесь остаться хотим. Но я не знаю, если это, то что там скажут, что в школу там это. Ну, я не знаю, где мои одноклассники, но они точно закончили школу там. Может, куда-то в какой-то район уехали в России. Ну я не знаю, где вы они. Вы там, что он пришел, что я с ним не встречался. Я не знаю. То есть вы каждый уезжали куда-то. Хаты все ж побросали, все ж там. Да. Боимся, чтоб мародерства не было там все. Там мебель вся ж пооставалась. Вы здесь равно приходится унижаться.